Всем привет! Добро пожаловать на канал Мылоопт. И сегодня я хочу сделать обзор масла грецкого ореха. Это масло высоко ценится за то, что у него есть уникальные свойства, которые полезны для нашей кожи. В нем есть много различных веществ. Оно насыщено микроэлементами и прекрасно влияет на нашу кожу и на организм в целом. Это масло прекрасно улучшает внешний вид кожи, его цвет, кожа становится матовой. Красивая, уходит жирный блеск, она становится увлажненной, сияющей, но в то же время не жирной. Также это масло смягчает, тонизирует кожу, восстанавливает ее эластичность, действует как небольшой лифтинг, кожа становится свежее, проходит усталость кожи. Это масло прекрасно равномерно помогает крему от загара распределиться по телу, поэтому его часто добавляют в такие косметические средства. В целом масло имеет противовоспалительные действия, поэтому его используют для чувствительной кожи, проблемной кожи. Также, если у вас кожа воспалилась, тогда это масло поможет восстановить здоровье кожи, уберет различные угри, экземы и прочие неприятные заболевания кожи. Также это масло предотвращает возникновение сеточки на лице, потому что орех, он прекрасно влияет на кровеносные сосуды и поэтому убирает купероз. Витамины из этого масла обогащают кожу, замедляют процесс старения, убирают морщинки, помогают очищать поры, избавляют от черных точек, восстанавливает клетки и также повышает иммунитет кожи. Вот такая бутылочка идет. Фасовка 50 мл. Поставщик Германия. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте заходить еще, ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!